Привет, ребята, сегодня я играю в Tower of Hell. И сегодня необычное видео, а если я упаду, то факт обо мне. И как-то не обращайте внимания, что я без кофты, я просто ее не нашла. И как по моему удивлению, тут купили щит. Так что буду проходить 2 раза легче. А пока что мы проходим, подпишитесь на канал. У меня такой вопрос, как вот это вот без щита пройти? Ну, ё-моё. Первый факт обо мне. У меня есть брат. Брат Бразы, Антрибазы, клоун, короче, у меня есть. Домашний клоун. Который мой брат. Не знаю, можно это назвать фактом, но вроде это факт. Бежим через лазеры. Лазеры. Подпишитесь на канал, пока мы проходим паркур. Пожалуйста. Так, разбегаемся, прыгаем. И мы на другом уровне. Да ну не. Ребята, я сейчас прыгну, но это не будет считаться. Хорошечно. Потому что я это сама. У меня такой вопрос, как? Как-нибудь. Я не хочу обратно спрыгивать. О! Что тут? Я думаю, я тут проиграю. Ну реально, я тут проиграю. Первый, второй факт обо мне. Я в 3-м классе. Еще один. Хорошо, я не люблю это. Не знаю, назвать это фактом. Не знаю. У меня болотно-коричневые глаза. Напишите в комментариях, это можно как-то фактом назвать. Лазеры, они мои любимые. В этом уровне я реально должен щит. Да? Потому что я бы его не нашел. Ну. Я не знаю просто, какой у меня факт, но у меня карие волосы. Какие-то карие, коричневые. Меня немножко бесит это. Потому что это же первый. Потому что. Ну зачем вы ускорили 500 плюс. Так. 500 плюс 50. 550 рублей потратили. А зачем? У меня такой вопрос. Если все равно ускорят. Можно за другую. Можно, это будет не считаться. Конечно, не против, если я вам переходы нам покажу, как я перехожу, ничего страшного. Тавр, андербар, все. О, как легенький уровень. Но все равно вы почти обо мне все узнали. Остались мои хобби, сколько мне лет. Ну, по 3-му классу уже понятно, сколько мне лет. Мне кажется. О, мой любимый левел. Цик-цик-цик. Если что, если я обожгусь об лазер, это тоже считается как факт обо мне. Так что тут будем предельно осторожны. Осторожно. Нет, не осторожно. Мне 9 лет.
просто отменное видео. Обо мне все узнают. Но адрес... Но я свой адрес дома не буду говорить. Не знаю, как у меня. Но мое хобби это рисовать. Там вот это все. Вы сами поняли. Но самое главное, вы еще моего имени не знаете. И надеюсь, не будете знать. Хотя я в прошлом разе, я уже спалилась 2-3 раза. А, кстати, если вы его не смотрите, не смотрели, посмотрите. Оно про Майнкрафт. Оно про Майн. Алькиндёвый. Я сейчас чуть не... И новый факт обо мне. Еще плюс 2 факта. Меня зовут Аня. Я родилась в 2013 году. Вы обо мне все узнали почти. Если я еще раз как-то помру, уберу, упаду. Я не знаю просто, что мне рассказывать. У меня все истории закончились, все мои факты. Ну да, только один самый секретный остался. Ну не самый, наверное, средний. Ой! Нет, не ой. Я не знаю, какой мне факт сказать обо мне, потому что я упала. Не знаю. Ладно. У меня подруга-донатер. И у меня, вы знаете, такие как-то, типа, лошади, черт.